Представляю вам бойца в синем углу клетки. Ему 22 года, рост 178 сантиметров, вес 70,8 килограммов. Его профессиональный рекорд – 7 побед, 4 поражения. Представляет клуб «Рать» из Екатеринбурга, Россия, Сухроб Довлатов! Его соперник в красном углу, ему 21 год, при росте 182 сантиметра, его вес составляет 70,5 килограммов. За его плечами одна профессиональная победа. Представляет клуб «Беркут» из Грозного, Россия, Маусар Баймасханов! Итак, дорогие друзья, 19-й бой, конечно же, сегодняшнего вечера. Знаем, мы наблюдаем, и это один из последних руки. Поединков в рамках гран-при легкого Удачи. Дивизиона. 1/8 финала, мы напоминаем, Беркут Янг Иглс. Это второй турнир молодого чеченского промоушена. Сухроб Довлатов против Мавсара Баймасханова. Ну и вот, Адам, ты отметил, что в профессиональном опыте, очевидно, Мавсар Баймасханов уступает Сухробу Довлатову. Зато вот любительский опыт Баймасханова. Ему можно только позавидовать. Он неоднократный чемпион всероссийских турниров по рукопашному бою и действующий чемпион России по рукопашному бою. То есть по одной из самых жестких версий. За его плечами очень серьезный любительский опыт. Соответственно, это где-то уравнивает шансы. А вероятно, даже вот для многих именно Баймасханов является фаворитом этого противостояния. Ну, мы помним, Асламбек, да, как дебютировал один из тренеров Маусара Абдурахман Джанаев на профессиональной арене в качестве чемпиона мира и Европы по рукопашному бою. И там первые бои он просто действительно не чувствовал своих соперников. И вот, пожалуйста, очень опасные размены мы с вами видим. Да, действительно, этот любительский опыт, он очень серьезно помогает. Тот же Мартин Межлумян, которого в дебюте прошел Маусар Баймасханов, мы с вами комментировали тот бой. Очень серьезный и крепкий парень. Я думаю, сегодня также Маусар Баймасханов очень серьезно настроенный двое. Есть что доказывать из пробу. В основной лиге ACB он не удержался. Поэтому ему приходится уже доказывать свою состоятельность здесь. В рамках этого гран-при он получает шанс стать чемпионом организации, поднять свой рейтинг, ну и, вероятно, в будущем вернуться в основную лигу уже. Все-таки левши действует Мавсар Баймасханов, очень взрывной боец, скоростной. И, пожалуйста, да, оба селезенки. И как он скрыл ее, и под какой траекторией, ювелирно, можно сказать, пробил ее. И внутренний лоу-кик, и сам слева навстречу пропускает Сухроб. И сам попадает. Вправо, да. Очень плотный удар получился у Сухроба Довлатова. И посмотрите, удар с разворота в область именно подколенного вот этого места, так сказать. Этой области подколенной. Вот это да, это что-то новое. И будет ли перевод Сухроба от Сухроба? Внутренний зацеп не проходит. Устойчивый Мавсар Баймасханов и колено в клинче от него. Невероятный бой получается, мы видим с вами, уважаемые друзья, равные хорошие соперники. Работает у сетки пока что клинч, вот на иначе многообещающий, вот этот клинч, конечно же, немного сбивает темп поединка. Ну и коленом встречает, бьет раз за разом в корпус Сухроб Довлатов Баймасханова. Попытка подсечки неудачная. Исполнение Довлатова. Ну и сам Мавсар Баймасханов пропустил удар. Он очень серьезно тоже даже изменился в лице. Этот момент даже не было видно в одном из разменов. И посмотрите, и у меня такое ощущение, что он немного пытается прийти в себя в этом клинче. Снова стойки начинают бойцы. Так вот быстро, практически незаметно, первый раунд пролетает уже. Чуть больше минуты остается. Ну и
Еще одна ушира. Да. И справа навстречу достает своего соперника Моусар Баймасханов. Идет вперед Сугроб Давлатов. На контратаках действует Баймасханов. Очень выверенно, технично, легко на ногах передвигаясь. Сайдкик. Посмотрите, насколько чувствителен. И при этом опущенные руки может себе это позволить Моусар, чувствуя соперника и дистанцию. Но все-таки советуют ему держать руки. Справа пытался пробить Сугроб и сам навстречу пропускает. Даже потерял равновесие и вектор направления своего. Сугроб Давлатов. Ногами встречает его Баймасханов. Давлатов вроде бы прессингует, вроде бы идет вперед, но раз за разом натыкается на встречные удары. И еще один с разворота достигает цели. Фронт-кик. Баймасханов очень точит. Слева достает еще добавок ко всему этому. Такой любительской игровой манере сейчас действует Баймасханов. Окончательно не сумел он пока перестроиться. И вот слева с задней руки из левши. Васицкий одиночный удар. Сейчас правым джебом встречает. Но вы видите, да, вот это... Второй раунд. Начинается второй раунд. И посмотрим, удастся ли развить свое преимущество Моусару Баймасханову. Поджимает соперника Сугроб Давлатов. Идет он вперед, но, естественно, уже опасается. Опасается вот этих контратакующих действий от Моусара Баймасханова. Уже не так обеспечен Сугроб, как в первом раунде. Есть внутренний лоу-кик. И сам пропускает еще серию. Вот это да! Даже серия ударов. И еще колено в корпус. Вот это да. Даже не видно эти удары. С какой же высокой скоростью Моусарев пробивает. И вот тот самый удар с разворота. Попытка перевода. Есть тейкдаун или нет тейкдауна. Сдержался за сетку один момент. Да, сдержался за сетку. Ну и это тоже тому позволило. Зал, давайте поддержим бойцов. Великолепный поединок мы видим. Разворачивает Баймасханов Давлатова. Локоть мы видим на выходе из клинча в исполнении Моусара Баймасханова. Ловит кураж уже боец клуба «Беркут». Он наращивает свое преимущество. Ну и Сугроб, конечно, он в недоумении, не знает, что делать с этим парнем. И еще одна ушира. Снова и снова он бьет в эту область. Да, область селезенки. Если бы с другой стороны печень пришлась бы. И посмотрите, как... Левый хайкик и сразу туда левый боковой с одноименной руки действует Моусар Баймасханов. С невероятной скоростью это все происходит. И Сугробу, конечно, нужно устроить драку. Он пытается это сделать, но идет вперед, но его постоянно встречают, проваливают и обыгрывают. Тяжело, конечно, приходится бойцу из Екатеринбурга. Не хватает сейчас, судя по всему, вот как раз как отмечалось на бегу, такой мощи, нокаутирующей мощи. Моусару Баймасханову, быть может, кто-то другой на его месте уже, возможно, и уронил бы соперника. Магомед Раисов, мы же видели тот бой. И левый боковой на скачке отправляет нокаут Сугроба Давлатова. Вот это победа. Ваши аплодисменты бойцам. В этом бою на 2 минуте 21 секунде 2 раунда победу нокаутом одержал Моусар Баймасханов, клуб «Беркут», Грозный, Россия. И ваши аплодисменты его сопернику Сугробу Давлатову. Поздравляем Моусара Баймасханова. Невероятный боец, невероятная техника. Наверное, станет одним из открытий данного гран-при. Что действительно он также в числе фаворитов будет. Посмотрите на повторе, как был обыгран Сугроб Давлатов. Там, оказывается, было и никого. И вот тот самый левый боковой, нашел, да, как четко, который ставит точку в этом бою. Подбородок.